Поисковому отряду «Патриот» кадетского корпуса имени генерал-майора Анатолия Шишкина школы номер 5 исполнилось 15 лет. По традиции был проведен круглый стол по итогам полевой работы отряда. Ежегодно поисковики выезжают в экспедиции, где находят без вести пропавших бойцов Красной армии. Поисковый отряд «Патриот», как я уже говорила, был создан в 2008 году. И на сегодняшний день за плечами поискового отряда 21 полевая поисковая экспедиция. Поднято 288 бойцов, 28 медальонов, 11 из них прочитано. Поисковый отряд является активным участником реализации проекта «Югра вахтопамяти». В октябре представители отряда успешно выступили на всероссийских военно-полевых сборах «К поиску готов» в городе Чебаркуле. Помимо 9 номинаций, ребят ждала и обширная обучающая программа. Введение в документирование поисковых работ, тактическая медицина, щуповой поиск и поиск металлоискателя. В итоге они показали очень достойный результат, заняв 3-е общекомандное место и 1-е в номинации «Музей одного экспоната». Кроме того, «Патриот» занял призовые места в других конкурсных номинациях. Мне очень понравились данные сборы, особенно когда я поехал в них первый раз. Я показал себя очень достойно, учитывая еще тот факт, что я самостоятельно хотел поехать, учитывая еще то, что до этого я съездил в первый раз в поисковую экспедицию в августе этого года. Поисковый отряд «Патриот» – это уже определенный бренд. Уральских ребят отличает дисциплина, порядок и высокий уровень подготовки.